Привет всем зрителям моего канала, с вами Булкин, и сегодня мы начинаем херачить дальше. С того времени, как я снимал прошедший выпуск, к сожалению, ну да, наверное, к сожалению, больше, чем к счастью, не вышло пока еще ни одной новой машины и ни одной новой трассы, поэтому мы продолжаем ездить на приоре по нашему любимому спуску. Так. Кстати, вот, да, я только сейчас увидел, ну, в смысле, не только сейчас увидел, давно увидел, просто сейчас записываю, после того, как раза, как я записывал прошлые части, обычно я просто по две серии снимаю, на Mlog 5, чтобы камера не распидорасила, вот. Ну что, поехали, давайте, я, кстати, без Щербинина, это, наверное, единственный выпуск, когда я без Щербинина, по крайней мере, первый, и на нах... Нет, о, нормально, нормально, на... О, ёб твою мать, задница вообще в пизду разлетелась. Камницы я в задницу хотел сказать. Камни мою задницу, это нормально было, да. Итак, сейчас посмотрим, что у нас останется от машины. Кстати, посмотрел, тут говорят, готовится к релизу. Ой, мы даже не... Да ну... Готовится к релизу вторая версия приоры. Больше я, кстати, ничего такого не слышал, что будет выходить. Будет там трасса какая-то выйдет, какой-то крутой спуск. В конце там деревья, по-моему, камни какие-то. Ну, в общем, будет, наверное, прикольно. Пока что катаемся на старых. Вот, давайте прям с разгона. Так, в дрифте сейчас сюда. Бля, ой-ой-ой-ой. Ой, подвеска. О, и сейчас поднесется. Я видел, кстати, психов в комментарии, которые еще реально посчитали какие-то перевороты. А может быть, вы написали просто так. Ой, мне жалко эту машину, на самом деле, сейчас. Да. А Щербин, кстати, до того, что он ушел, ничего не изменилось. Он либо молчит, либо херню несет, а я могу и то делать. Ну, молчать я, конечно, вряд ли буду. По крайней мере, много молчать. Да вот. Слушайте. По-моему, это сейчас единственный случай, когда машина распидорасила со всех сторон, и у нее отлетели все двери, потому что обычно двери сохраняются. Посмотрите на это чудо. Вот это конструктивная... Вот это вот смесь, вот такая вот смесь кладется, короче, на заводе Лада в... какой-нибудь такой, какой-нибудь перерабатывающую машину, и дальше из этого вырастает Лада Приора. Ой, мы сюда не ездили, или ездили? Так, стоп. Тормози. Осторожно. Я уже что-то разбил. По крайней мере, вот здесь. Во-во-во, вот там вообще не были. Ну-ка, сейчас посмотрим. Аккуратно, пацан, аккуратно. А, нет, стоп, это же... Просто соединить. Издеваетесь? Или нет, подождите, мы тут были? Что тут у нас? А, да-да. Ну давайте попробуем еще разок. Тем более на приоре у нас это удавалось, по-моему. Не удавалось. Блядство! Ой, блядство! Поменяли нам траекторию. Надеюсь, игра не крашнется, и сейчас будет мясо прям на коле... Ну да, не крашнется она, конечно. Эта скотина отказалась... нормально разбивать машину. Давайте мы проедем там, где мы не ездили почти. Блин. Ну давайте здесь. Потому что в остальных местах мы... Он написал мне ошибку. Я надеюсь, записи это не помешало. Ну, судя по всему, не особо. Поэтому давайте посмотрим, что здесь сможем мы вытворить на... Давайте на пикапе, потому что на пикапе я и не ездил толком. Чё нам на приоре-то постоянно ездить? Так, ну что, пикап, ты готов пройти тест на узкость? Что за наёбка-то? Ну тут же, вот тут же можно проехать, почему? Ну что за... Ну нормально вообще, меня наебали в очередной раз. Правда, в этот раз не на деньги. Ну ладно. Так, тест подвески, окей. Ну, пикап с этим справился. Так, ой-ой-ой, блядь! Неловко получилось, неловко, давайте заново. Так, какой край карты мы не ездили ни разу? Кстати, да, я тут заметил то, что вы каждый, из каждой серии заставляете меня орать все меньше, поэтому, как вы видите, я меньше психую и более адекватно, я не знаю, это хорошо или плохо. Ой, по крайней мере, 2 года я уже неадекватный и, в принципе... Не собирался лечиться, еще деньги на лечение не собрали. Ну ладно. Так вот. Давайте, значит, что тут у нас?
Дома. Нахуя здесь дома? Мы сюда... Ну блин, ну опять... Это опять пахнет наёбкой. Здесь видно... Вот видно, что здесь трамплин, а когда подъезжаешь, а там бац, такой нормальный край, в который ты упираешься и... Эх. А тут что за дела? Зачем здесь лестница? О да, детка, это вне дорога. Мы заглохли. Сучка. Сучка! Ладно. В пизду, не дорогу. Почему у нас стекло лопнуло? Ну ладно. Так, окей. Это было рискованно. Но мы все равно, кстати, разбили немножко нашу крышу. Ух ты, бля, что тут такое? Тихо, тихо, тихо. Блин, разгон надо. Самое страшное, то, что я боюсь, сейчас мы что туда запрыгнем, а там херакс и... О, фары. Ладно. А там бац, и сейчас будет у нас... Ой-ё-ё-ё! Мне кажется, или начало не с этой стороны, по крайней мере, нет. Начало, наверное, с этой стороны. Ну что, у нас, в принципе, внедорожник, можно сказать. Пикап-внедорожник. Так что я думаю, что мы здесь до конца проедем, и ничего страшного с нашей задницей не будет. Пускай Борис Моисеев волнуется за, наш... за свою задницу. Мы-то чё? Ох, как тут опасно-то. Чёрт возьми! Ой, бля! Нет, так, стоп. Мы делаем реконструкцию. Мы... Да поворачивай ты. Ой, тут нужен разгон. Хотя... Тихо. Давай едь. Едь давай. Давай едь. Не смей даже. Даже не смей. Даже не смей. Окей. Давайте сделаем еще раз это. Я и пока не проеду, не успокоюсь. Тут нужна тактика. Давайте попробуем вот так вот. Опять в этом же месте. Тут, по-моему, нужно ехать, типа, знаете, короче, крест-накрест. Давайте попробуем так. Да, блядь, камера. И так, ага. И крест-накрест. Да, еще хуже, чем я предполагал. Ладно, я пока не проеду, я не успокоюсь. Я, конечно, могу сейчас взять оффроуд-версию, но все равно. Бля. Неужели надо реально медленно просто ехать? Понимаете то, что я должен добиться своего? О, давайте этот вид. Посмотрим, как переднее правое колесо. Посмотрели? Нормально под 90 градусов стоим? Трах-трах, тебе бедах. Поехали. Нет, не сюда. Так. Стой ты, ну что ж ты делаешь-то, блядь? Ну пипец. Вообще уже. Ладно, ладно, я типа психанул. Угу. Машина там, я типа не вижу, что она падает, конечно, беспалевная тачка. Так. Ой, нам нужна оффроуд. Погнали, пацаны. Сейчас будет нормально, я думаю. Вот сейчас... Да ладно! Да стой ты! Ой, извращенец, чё ты падаешь? Тихо. Тихо. У тебя большие колеса, малыш, ты справишься. Давай ты просто сделаешь это красиво. Да, мы проехали. Что нас дальше ждет? Что за наебство? Что за наебство? Ну я же... Бля, ладно. Будем считать, что сохранился последний раз тут, но я думаю, что трудности на... Мне бесит, когда не поворачивать. Блядь, я не ту кнопку на... Ну пиздец, все, мы здесь уже... А нет, блядь. Я сделал только ху... Сделал только хуже, понятно. Прошли карту. Угу. Окей. Ладно. Давайте возьмем вот эту хуйню. На ней мы тоже катались мало. Понятно, здесь ей совсем хуёво. Ну чё, малышка, падай. Ой. Как неловко. А чё, она не едет-то дальше? Ой, блин. Давайте сделаем так, чтобы она была на ходу после... Представили, едете, короче, где-нибудь по трассе, а с моста там такая хрень висит у вас. О. Ну, блин, ну что ж с коробкой-то происходит, что он не хочет ехать дальше? Ну, это же отличная машина. Давайте возьмем спортивную, что ли, версию, потому что спорт, во. А раллийная, наверное, еще лучше, но мы взяли спорт, хотя отличаются они, по-моему, только дисками. Хотя...
Да нет, спорт тоже валит. Давайте попробуем ее трахнуть куда-нибудь. Так, чтобы получше было. Так, мы видим небольшой дрифт передних колес. Ох, как неловко. Мы влетели в стройку. Давайте посмотрим на повреждение, что будет с вашей машиной. С вашим хэтчбеком, если вы влетите в стройку. Ну, я влетел не так уж удачно, так что у меня вывернуло в пизду заднее колесо. Так же, как и переднее. И так же, как и свело весь кузов. Так же, как вот эта вот наклейка в виде фар опять отлетела. Но, в принципе, ладно. Давайте попробуем проехать еще. О, а что там такое? Ух ты, там какой-то крепость какое-то. Что-то такое. И в чем прикол? Прикола вообще нет, да? То есть... Ой-ой-ой, ой. Столкновение. Давайте здесь опять начнем. Так, а что у нас там, джунгли какие-то должны быть? Может, проедемся? У нас все-таки спортивная машина, не раллийная. Но спортивная, я думаю, она справится. И что у нас тут за горой? Ух. Ух, только не туда. Только не... Меня спасли деревья. Я не упал благодаря этим сраным деревьям. Или упал. Вот теперь упал. Ну, нормально, чё. Все вполне себе... Что у него происходит с коробкой? Давайте посмотрим, как там вручную коробку включить. X, Shift, Up. А, сначала, может, надо... Что же? Подождите, сейчас. То ли я дурак? Да ладно! Я ж говорил, все окей будет. Там все просто с коробкой, там передача вылетает, там походу нужно похимичить с ручной. Вот, заебись, у нас ралли Дакар, блядь. Пиздец, дерево ты меня подводишь, как, а? Точнее, камень. Зачем так вообще? Не надо так. Давайте включим фары, у нас все-таки ралли. Все, поехали нах. Да гони ты, блядь. Ну, ну с пробуксовочкой, как ты умеешь? Это полный газ. Я ж не жу... О, нас же не сразу хватает, вы сами знаете. Куда мы приедем? О, давайте, давайте. Параллельной трассе. Опа. Погнали, 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 отлично. Так, освещение, все окей. Так, надеюсь, там не будет резкого поворота, потому что я... То есть трасса кончается просто тупо вот так вот, да? То есть вы так решили со мной поступить. Окей, давайте, короче, заценим ночную трассу еще разок тогда. Потому что мы тогда ездили априори без фар, потому что не знал, как включать фары. Я должен заценить эту трассу с фарами, потому что она ночная... О, давайте возьмем, блин, давайте возьмем вот это, типа полицейский, короче, типа крутой. Ну все, короче, ночной коп на патруле, вот, по шоссе едет такой, по магистрали, и тут он понимает то, что он дурак, как и какой-нибудь любой коп, который послужит в законе несколько лет, его заносит, и он никуда не врезается, кроме как... Подождите, я задел ту машину? Просто моя задница подсказала мне, что, по-моему... Ну да, я ее чиркнул. Нет, подождите, она должна была чиркнуться с правой стороны. Это останется загадкой для нас, поэтому мы поедем еще разок. И с третьего лица попробуем бочком въебаться в ту машину на трассе. Потому что трамплин мне лично не симпатичен. Они могли поставить побольше трафика, я не знаю, что они зажиделись. И немножко подальше, потому что здесь разгончика пока берешь, уже как-то не очень интересно становится. По-моему, не очень сейчас получится трахнуться об... Мы прям как в единое целое... Стоп, там искры. Там искры. Смотрите, там искры. Вон, в коробке там что-то вообще. Пиздец. Все, сейчас загорится все. Главное, что фара горит одна. Мне вот эта вот картина напоминает какой-то фильм. Я не знаю какой. Наверное, такой, у которого еще не существует. Ну, неважно. Ладно, поехали. Так, что там еще можно из прибора включать? Чего я не увидел? Почему здесь не все написано тут? Почему я здесь про N? Я вообще ничего не вижу. Что такое К? А. Уберись, уберись. Зеленая, убери.
Все окей, малыш. Патрулируй дальше. Твоя задница такая же, как у тебя на твоем лице. Что? Ой-ой-ой, блядь, я его не увидел. А тут... А, да, там хрен вылетишь на другую эту. Настоящий коп ездит на разбитой машине, потому что он должен показать свою работу хоть как-то. Ну ладно. Давайте возьмем вот эту хрень. Сейчас, как она там? Да-да-да, вот именно вот эту. Попробуем, короче, на... Да блин. Что будет, если вы по... Не то. Что будет, если вы поедете на огруженном фургоне по трассе? Вот. Каково вам будет, когда перед вами будет препятствие, и вы пытаетесь... Смотрите, значит, едет обычный чувак, который разводит пельмени в правом ряду. И тут он видит... Нет, он ничего еще не видит. Он едет с фарами, он, короче, засыпает и понимает, что впереди огромное препятствие. И тут он начинает вилять рулем, блядь, и... Пиздец! Он просто въебывается своим кузовом правой частью в машину. Кстати говоря, мне очень повезло, по-моему. А, нет, не повезло, он не едет опять. Или это опять наебка? По-моему, попахивает наебкой. Ну да. Нет, она не едет реально. Я не понимаю, на самом деле, как мы пизданулись, но, судя по всему, мы пизданулись вот этим вот, вот сейчас скажу, вот, вот тут вот. Поэтому, в принципе, давайте заново. Такой угрюмый разгон. По-моему, у меня коробка-автомат стоит. По-моему, я что-то сломал. Ну ладно. Будем считать, что я ничего не ломал. Нет, я почти тем же местом ударился. Я хочу сделать так, чтобы она перевернулась. Но черт возьми, она... Переключите кто-нибудь в мод, я сойду. В смысле, переключите. Это автомат, да? Это автомат? Да, это автомат. Детка, вот это автомат. И мы сейчас попробуем реально завалить эту хуйню, я не знаю. Она раньше поддавалась эрекции нормально и переворачивалась, а сейчас она выебывается и как целка ломается, и поэтому я не знаю, что мы будем делать. Ну, мы почти это сделали. По крайней мере, мы трахнулись именно кузовом, который попытался разлететься, но потом он понял, с кем он имеет дело, и перестал это делать. Поэтому попробуем сейчас из-за руля... Почему здесь не освещены приборы? О, что за хуйня? Чё они? О, вот так нормально. Сейчас мы попробуем нахер, типа, просто, короче, в правом ряду уснул нахуй и разбился. Все, вот так вот называется эта картина. Вот он едет, блядь, и тут он видит в последний момент, пытается что-то сделать, и пиздец. И смотрим на повреждения. Ну, водителю, в принципе, могло зажать ноги, хотя пассажиру больше. Может быть, водитель бы и выжил. Давайте посмотрим и оценим со стороны. Ну да, в принципе, там, конечно, у него ноги-то ушли бы куда-нибудь в моторный отсек, точнее, моторный отсек бы ушел в ноги, но больше бы досталось пассажиру, потому что я его подставил и ударился больше правой стороной, потому что у него там совсем пиздец. Ну и, конечно же, наверное, ремни безопасности бы не обеспечили большую помощь, и мы бы пизданулись еще и лобовым стеклу. А если мы не пристегнулись, мы бы тоже пизданулись. Вообще мы бы вылетели, потому что скорость была бы большая. Ну и что сказать о машине, это вообще похуй, он как железо стоит здесь. Ну и правильно, американское качество, хули. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, ждите новой серии. Вам нравится BMG? На самом деле я не очень понимаю, хотя нет, понимаю, потому что я тоже люблю аварии, но просто вы ждете его больше всего. Ну и получайте, значит, вот. Всем удачи.